Допустим, вы спокойно идете, как вдруг на вас нападает здоровенный яростный кабан. Но без паники вы знаете, что делать. Сначала в прыжке уклоняемся от его мощных рывков. Не волнуйтесь, это может получиться не с первого раза, но потом все равно получится. А дальше самое главное. Кабаны не любят резкого запаха, поэтому достаем Axe Effect, взбалтываем и начинаем прыскать прямо в морду этому хряку. Потом выкидываем баллончик, делаем отвлекающий маневр. Кабан ведется, и когда он поворачивается, делаем ему мощный джеб прямо в лоб. И теперь, пока хряк пытается прийти в себя, достаем стремянку, залезаем на самый верх, прыгаем и делаем мощный хайкик прямо в голову. Тем самым финишируя его. Все, кабан повержен, ну а дальше вы знаете, что делать. Пользуйтесь, ни за что.